Слава Иисусу Христу, слава навеки Богу Святому и Истинному, и ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Спасителю, Господу, Богу Всемогущему. И вот перед собранием, перед служением нашим здесь, на Кловской, молюсь сегодня о том, чтобы Божье вот это присутствие, благоволение было к собранию нашему, как Отец, Он собирает нас, детей своих, сыновей, дочерей, как птица своих птенцов собирает под крыльями своими. И благословен Бог наш, Царь Вселенной, благословивший нас всяким благословением в небесах, во Христе Иисусе, Господе нашем, слава Ему за все. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель, Дух Истинный, Ты, который везде присутствующий, все собой наполняешь, сокровищница благ, жизни податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благой души наши. Ты пришел и вселился в нас, и спас нас во имя Христа.